Проход под мостом запрещен, идут ремонтные работы. Все огороженное перекрыто и для пешеходов, и для авто. Машины идут в обход Порыжкова. Пешеходы вынуждены штурмовать горы, прокладывать новые маршруты или вспоминать старые. Похоже, один из них окажется востребованным. Если на площади Ленина войти в арку высотки между магазином «Лента» и кафе, то есть лестница с выходом на улицу Саета. Поднявшись по лестнице, надо сразу свернуть направо и выйти на довольно-таки широкую тропинку рядом с парапетом. Через примерно 300-400 метров она приведет на прямостовую к зданию МПКЦ. Там строители-мостовики специально для прохода пешеходов уложили деревянные щиты-настилы. По ним можно выйти на начало Рыжкова к новой автобусной остановке. Строители сразу предупреждают, проход официальный, но временный. Как только они начнут работы в этой части, настилы уберут. Но пару месяцев импровизированный мостик точно пробудет.